Магьяна Тимиранда Сия, Гьянанджана Шавакая, Чакшуран Малитам Яната Смайшри Гуравей Намага, Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхудалей, Шримати Бхакти Виданта, Свами Нитинамине, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарины, Нирвишеша Шунивади Пашчатя Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васа Нигуру Бхакта Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Продолжаем цикл лекций, семинара, посвященных теме Шастра Прамана, которая... Цель которых является утвердить приоритеты превосходства знаний исходящего из авторитетной шастры. И сегодня мы послушаем прямые наставления шопроупады, где он говорит о том, что нам его последователям необходимо обязательно цитировать, приводить шастру для доказательства, в подтверждение объяснений тех философских моментов, которые мы можем раскрывать в проповеди другим людям. На прошлом занятии мы услышали о том, что это необходимый аспект в проповеди и в том, как гуру или ачаре представляет себя перед своими последователями. Он обязательно должен это делать. Мы прочитали несколько цитат Шилапрапады, где он говорит об этом. Но это не является исключительно таким, знаете, повинностью одного лишь ачари. Это обязательная необходимость абсолютно всякого, кто пытается проповедовать, кто пытается представлять духовное знание каким, таким, каким оно является. И как мы отмечали на прошлых занятиях, а такие ситуации неизбежно будут. В самом начале у нас, как минимум, спрашивали о наших новых появившихся увлечениях наши родственники, наши друзья они обращали внимание на то, что наши привычки, наш стиль жизни, наши вкусы и наши интересы поменялись. Они помнили нас, имеющими такие же греховные привычки. И, соответственно, видя что мы меняемся, они могли поинтересоваться, в чем дело. И как минимум в таких ситуациях мы должны рассказать о том, кем мы стали, кем мы пытаемся стать. Здесь важно объяснить, представить трансцендентное знание таким, как оно и есть. И вот здесь возникает соблазн. А дай-ка я попытаюсь объяснить это трансцендентное знание своими, своими словами, общими словами. Ну, во-первых, для Неофита это тяжело. Он немножко боится. Это естественное состояние. Это одна из причин, почему Неофит не должен проповедовать. Я послал ссылку на ту статью, где Шлопропада... Точнее, статью, где мы использовали цитаты Шилапурапады, где он многократно снова и снова говорит, что неофит, Каништая Дайкари, не должен проповедовать. Поэтому это неудивительно, что, допустим, в самом начале своего пути сознания Кришны в этой жизни мы испытываем определенные трудности и желание как-то смягчить, сказать все общими словами или рассказать какой-то одной такой общей, общеприятной, туманными словами рассказываемой о стороне сознания Кришны, или просто представить о себе как просто о вегетарианце, или просто как следящего за диетой, или что угодно. Но в действительности проповедь подразумевает передача трансцендентного знания. И передача трансцендентного знания должна происходить так же, как это Происходит по парампоре. Чисто, бесприместно. Даже на своем низком уровне мы должны действовать как прозрачная среда. Поэтому не обязательно, допустим, рассказывать о, о самых таких вот мозговзрывающих аспектах. Мозговзрывающих имеется в виду для обусловленного сознания, для материалиста, который сильно привязан к невежественным привычкам. Не обязательно, знаете, вот, а вот, кришнаиты, вот, расскажите о том, кто вы такие, чем вы занимаетесь. И человек почему-то начинает рассказывать, ну, мы не делаем то, мы не делаем все, мы не делаем третье, мы не делаем четвертое. Рассказывает в основном о запретах, о четыре регулирующие принципа. Плюс еще может добавить, что мы встаем рано утро в три часа, ну, в четыре от силы, ну, и так далее. Вот. Особенно людей шокирует секс только в браке и только для зачатия детей и так далее. Но а, мы рассказываем, а, следуя примеру Шилрупады, который в своей проповеди опирался на, а, на наставление Шилрупа Госвами, упоминаемое в Бхактира Самрита Синду, взятое, кстати, из Нарда Панчаратры а также и Кришна Намади, Набхавед Грахьям Индрейхи, Сивон Мукейхи Джихвадо, Сваям Вас дага. Трансцендентную природу имени, формы, качеств и деяний Верховного Господа невозможно оценить материальными, грубыми материальными чувствами. То есть вот такими чувствами, которые которыми обладает материалист, ему невозможно оценить все тонкости духовной природы, кто такой Кришна и почему ради него, почему он такой замечательный объект, что ради него можно пожертвовать всеми удовольствиями материального мира. Они не способны будут оценить это. Набхавет Грахи Аминдреги, гласит это шлока из народа панчараты. Но не все так потеряно. Что теперь? Никому не надо проповедовать безнадега. Давайте тогда будем молчать, будем сектой такой малочисленной жить. Нет? Далее говорится, сивон джихвадо». Однако, однако, если занять человека в предное служение Господу, которое джихва адал, начинается с языка. И начинается с языка, предное служение – это совместное воспевание святых имен Хари Кришна Махамантры и вкушение Кришна Прасада. Своя мы вас дага, то а, все вот это, а именно то, что сказано было выше, а, трансцендентная природа имени, формы, качества деяний Господа, а, полностью раскрываются для человека в течение времени, по мере того, как он практикует преданное служение. Таким образом, а, следуя примеру Шалпрабрупада, который а, в 60 в 1965-1966 году, вышел в Томпкинс Сквер парк в Нью-Йорке и не стал там подобно этим занудливым, занудливым проповедникам-христианам, которые усты пытаются всех устыдить, что они пойдут в ад, что они грешники. Как будто бы это добавит людей желание, чистое желание предаться Богу. Вот. Тому, кто вроде как и судит за эти грехи и обрекает на страдания за грехи. Это вовсе, ну не тот а, финт, как говорится, который можно подманить вот этих грешников. Шелпропада достал просто каратал и стал петь под тем вот самым деревом. А, и присутствующие там балдупинающие а, хиппи присоединились к нему и стали петь. И он так ходил много-много дней. А потом самые искренние которые привлеклись Шилупадой, выяснили, где он живет, тот стал приглашать их к себе, вот, обильно кормить просадом, продолжая давать лекции, перед которыми также был минимум получасовой киртан сосредоточенный, внимательный, которому Шилупада отдавал, вкладывался полностью с сознанием, воспевая чистое святое имя во благо вот этих обусловленных живых существ. Вот, и излагал уже а Азы философии. и те кто из вас, из вас кто сл слушает на регулярной основе лекции Шилгрупады, это очень замечательный источник а, трансцендентного знания. Вы можете просто любопытство ради поставить а, лекции 66 -го года. вот с самого начала, как шелилгрупада стал проповедовать, вы услышите, что там не было и капли косвенной проповеди, то что сейчас называется косвенной проповедь. С первых же шагов, Шилупраупада проповедовал а, на полную мощь, объясняя, что материальные привязанности являются источником страданий, что место живого существа не в материальном мире, что здесь оно находится в невежестве, соответственно, своей истинной природы и должно служить Богу, а не себя провозглашать богом и так далее. Очень строго в отношении того, что живое существо должно прекратить осквернять себя вот этими четырьмя видами греха, включая даже настолько популярный вид наслаждения материального, как секс, которым хиппи вовсю э, наслаждались. Однажды Мапати один из первых учеников Шилапапады, сказал, «О, с вами же, если вы так агрессивно, резко да, будете проповедовать в Америке, американцам против секса, то вы не будете популярны. На что Шелупапада тут же сказал, я не собираюсь гоняться за популярностью, чтобы удовлетворить американцев. То есть он четко обозначил свои, свои взгляды, обозначил, что он пришел сюда, чтобы дать настоящую драгоценность. Он не собирается подсовывать какую-то чушь Ради внешних факторов, чтобы, дескать, за чушь это больше э, людей, согласных быть обманутыми, э, побежит. Вот. Тем самым он проявил свое иск... настоящее сострадание, настоящую милость, огромное желание дать настоящий бриллиант. При этом давая понять, что за такую драгоценность вам действительно нужно постараться. Но если вы постараетесь, вы получите эту самую высшую драгоценность чистое сознание Кришны. Так вот многие из последователей Шилупропады а, переняли от, от него вот это настроение проповеди зараженные его вдохновлен, вдохновленной проповедью и сами пытались проповедовать и видя их первые усилия Шилгрупада поощрял их подсказываем, как лучше всего проповедовать. И читая письма, личные письма, которые Шалупада отправлял своим ученикам, мы можем видеть, как Шалупада снова и снова указывает на необходимость того, чтобы сознание Кришны представлялось чисто и бесприместно, бескомпромиссно, и во-вторых, чтобы обязательно звучали подтверждающие философские мысли цитаты чтобы не звучало от себя тина. Это даже психологически так работает, что когда беседуешь с каким-то поднаторевшим в измышлениях так называемым философом, пусть он доморощенный философ или даже уже имеющий материальные степени в ученых кругах философ, у них уже развита привычка. Привычка, что у каждого философа есть свое мнение, и э, я буду излагать свое мнение, он будет излагать свое мнение, и это вовсе не, обяза... не обязывает меня принимать его мнение. Вот. Это звучит еще в э, Махабхарате. Тарко пратишта шрутайо вибхинна насав решир ясьяма там набхиннам. Насав решир там То есть нет ни одного мудреца, ни одного муни, ни одного риши на савришир, ясияма там на бхинам, чье мнение не отличалось бы от другого риши или муни. То есть это подсознательный, подразумевающийся принцип людей, которые обсуждают философию. Поэтому, находясь на такой относительной платформе, мы никогда эффективно не сможем донести сознание Кришны как то, что необходимо принять, и при этом отвергнуть весь свой мусор, который человек успел накопить, за который он держится. Должен быть какой-то высший критерий, относительно которого мы будем уже сверять свои собственные взгляды. Если наши собственные взгляды сходятся с этим, ну что ж, хорошо, нам повезло. Мы определенное благочестие проявили в принятии этих взглядов, а если нет, ну, значит, это следствие нашего осквернения, и э, нам следует подтянуть себя, очиститься от этих привязанностей, проявляющихся в таких вот э, желаниях, аж философски обосновать <laughs> эти привязанности, выдумав, э, подсунув под эту какую-то нашу состряпанную философию. Таким образом, э, когда мы про проповедуем и цитируем шастру, священное писание, это выходит беседа уже на совершенно другой уровень. То есть человек в данном случае ссылается на авторитетный изначальный источник. Такого человека видно, что он излагает науку такой, какая она есть. Он не пытается бравировать своим пониманием, и это свое понимание можно попытаться даже опровергнуть чем-то другим пониманием и в такие бессмысленные перепалки споры вступать. Совершенно нет необходимости. Поэтому, чтобы сразу подготовить себе авторитетную почву, чтобы а, усилия в проповеди были куда более эффективны, Шилпада прекрасно понимал это. Это возможно достигнуть только если мы по-настоящему ссылаемся на шастру. Для этого предполагается, что мы должны изучать эту шастру. И ключевые стихи, шлоки должны даже знать наизусть не просто знать, но даже глубоко понимать их, опираясь на объяснения таковых, данные предшествующими очарями, прокомментировавшими вот эти шлоки, в первую очередь для нас это шлопроупада, чтобы всегда уместно цитировать эти шлоки, чтобы они били в десятку. Понимаете, вот эти шлоки, когда мы что-то цитируем, это как, знаете, вот как на бюрократическом языке это поставить печать заверенно. Да? Или как там заверяю, или подтверждаю, понимаете? То есть это все это, это уже с этим не поспоришь. Это высший авторитет. Другое дело, конечно, человек может начать вздорно выдумывать, а, дескать, а что вы решили, что это шастра, что она существует, что она дана Богом. Но это уже означает, что человек не принимает шастру. И об этом вот мы уже затрагивали этот вопрос. Это означает, что он находится в сильном, в сильном гуне невежества, и тогда ему придется объяснять, используя а, логику и аналогии. Вот. А, мы берем уже готовую аналогию, которая уже изложена в шастре, например, про корень дерева, который нужно поливать, и в один корень достаточно вкладываться, чтобы а, снабдить питанием, энергией все остальные части дерева. Вот такие уже существующие аналогии, не самим выдумывать аналогии вздорные, которые будут относительные и поэтому несовершенны. Да, мы обусловленные живые существа а, и обладаем четырьмя видами несовершенств. И в частности, а, наши чувства несовершенны, да, мы склонны впадать в иллюзию, то есть одно выдавать за другое или одно воспринимать как что-то другое, а это в отношении себя самих. А когда речь идет о том, чтобы взаимодействовать с другими, то еще две несовершен... несовершенства всплывают, что мы склонны обманывать да, и так далее. Вот. Чтобы всего этого избежать, чтобы просто самим держаться, знаете, вот, как спасатели в горах, вот этих незадачливых альпинистов спасают. Альпинисты-то, конечно, идут туда со снаряжением и так далее, но спасателям, пусть даже они опытные, им обязательно тоже нужно использовать снаряжение. Им нужно держаться, во-первых, готовых тропинок, которые же надежные, протоптаны, и следить за тем, чтобы вот эти связки все, сцепки, страховки все были в надежности, чтобы она выдержала не только меня одного, но и человека, которого мне придется вытаскивать. То есть ему очень нужно быть в надежном, в защищенном, в твердом положении, чтобы не только себе самому помогать, но и тем более другим. Поэтому, когда мы цитируем шастру, когда мы цитируем Священное Писание, это приносит благо сразу двоим. Это приносит благо и тому, кому мы проповедуем. И самое главное, это приносит благо и нам самим. Вот если у вас уже есть опыт того, как вы проповедуете, даете лекции, объясняете какую-то философию, и для этого, как обычно рекомендуется, мы как-то готовимся к лекции, к выступлению, то, наверное, уже замечали сами, что по мере того, как мы объясняем это другим, нам самим, тем более становится это понятно. То есть это даже некий вкус такой появляется, ну как минимум, чтобы самому разобраться и глубже понимать этот аспект философии, по которому я собираюсь дать лекцию или презентацию и так далее. Это в первую очередь я делаю для своего очищения. Вот если почитать вступление в самом начале читания Чаритамриты, как с вами смиренно объясняет цель написания Читания Чаритамрита. Он, в частности, говорит это для своего собственного очищения. Это действительно так. Хотя такие великие Вайшнавы, великие Ачари, как Кришна Скавирадж и подобные ему, уже находятся на трансцендентной платформе. Но предела углублению и кристаллизации уже существующего духовного опыта нет предела. Дело в том, что духовная раса бездонная, ее постоянно можно испытывать все глубже и четче и более а, явственнее. Поэтому даже на освобожденном уровне все равно искренне преданный чувствует, что он очистился, хотя на самом деле он получил, получается, больше реализации, более глубокое понимание. А, таким образом, а, этот инструмент никогда не стоит откладывать в сторону. Не то, что вот пока я не афит и не уверен в себе, я как, как бы держусь за, за эту страховку, за шастры. А потом, когда я уже стал успешным проповедником, мне уже, я могу уже своими словами все объяснять. Вот. Если мы посмотрим то, как э, проповедовал Шелвроупада, э, мы можем видеть, что когда он проповедовал на телевидении, на радио в Лондоне, он дважды выступал. Э, перед большими аудиториями, где ну, точно люди не знают вообще, что такое сознание Кришны, что такое Бхагавадгита, и уж тем более непонятно, а нужно ли им вообще даже санскрит цитировать. Шилпада никогда не гнушался процитировать Шлоку и разобрать ее, по крайней мере, ключевые слова, вообще, чтобы показать, для чего она была процитирована, чтобы авторитетное подтверждение привести к правильности вот этих выводов. Давайте послушаем, что Шилбрупада пишет своим искренним последователям, которые пытались помогать Шилбрупаде в проповеди. Вывожу цитату на экран. Шилбрупада пишет в письме Тулси Дасу, письмо отправленное из Бомбея 9 ноября 70 -го года. Я был рад прочитать в твоем письме что ты ходишь проповедовать в университеты. Университеты ⁇ это очень важные места, поскольку там есть люди, способные по достоинству оценить нашу философию. Поэтому, когда ты выступаешь перед классом, просто цитируй из моей книги, а потом старайся объяснить значение своими словами. И тогда студенты это очень сильно оценят. Обратите внимание, вот в этих а, трех... Предложение Шилопада дал суть, сам, саму формулу, как нам нужно проповедовать. Во-первых, самая благодатная, самая плодородная почва для наших усилий проповеди ⁇ это образованные люди, и особенно молодые образованные люди, потому что здесь получается уже существующий навык способности воспринимать знания, причем способности воспринимать глубокое знание в университете глупых людей они там не задержатся, из-за того, что они будут не успевать, они будут отчислены. То есть те, которые умеют шевелить мозгами, там остаются и тем более успешно учатся. Плюс ко всему, это помножено на естественное психологическое состояние молодежи, которая по природе ищет пытается найти свое место в этой жизни, понять, каков, каково направление моей, моей дальнейшей жизни, мое развитие, во что я должен вложить себя, понять свое предназначение в этой жизни. Вот это самое-самое такое важное время для человека. Оно в ведической системе проводится под руководством духовного учителя в Гурукуле вплоть до 25 лет, когда человек по классическому сценарию в ведической культуре живет жизнью Брамачари. То есть он в это время постигает все науки, в первую очередь трансцендентные науки, чтобы не просто образованным человеком помереть, чтобы снова родиться, а чтобы получив трансцендентное знание, покончить с материальным существованием, вернуться домой назад к Богу. Так вот, в первую очередь, здесь Шелпопаду указывает, что самые благодатные умы это а, студенты, и далее он объясняет практически, как это делать, не рассказывать какие-то общие, знаете, затуманные затума такие а, объяснения, а, приправленные какими-то там. И историями, чтобы посмеяться и расслабить людей, знаете, вот так приятную болтовню для них устроить. Нет, он Шилпада прямо говорит: цитируй из, моей, из любой моей книги. Это, вообще, во-первых, указывает на то, что любая из книг Шелпропада способна дать окончательное и высшее духовное знание то есть достаточно любую книгу взять. Просто цитировать, цитировать это значит слово в слово передать. А потом, потому что иногда кто-то может не понять, есть даже такие умы, настолько привязанные к материальному а, с, представлению, что им непонятно, это слишком отстраненное, слишком, а, как сказать, не, непрактично может показаться. Вот. Потом постараться объяснить значение своими словами, что это реально означает, привести какие-то примеры, аналогии и так далее. И Шелпада говорит, что студенты это очень сильно оценят. Вот. Признаюсь, честно, это же произошло со мной, когда в 18 лет мне было, я встретился с книгами Шелбрупады, вот. и я, во-первых, их очень сильно оценил за глубину и при этом простоту изложения философии, а когда познакомился уже с преданными очень быстро, буквально в течение месяца, и стал приходить на проповеднические программы, которые проводили вот тогда. В Питере в домах культуры, потом вот в храм приехал. Надо отдать тогда вот в начале 90 отдать должное, в начале 90-х там было только исключительно проповедь на основе книг Шилпады. Само понятие косвенная проповедь вообще не существовало. Не было никаких вот этих около всяческих ужимок в трусливой попытке спрятаться за чьей-то другие личиной. То есть преданные приходили в дома культуры, в доте, стилаками, побритые, заходили на сцену, там пели и танцевали Хари Кришна минимум полчаса. Иногда, если главный лектор задерживался, то и на час это растягивалось. Вот. Ну, мы там сидели, Мне, к великому счастью, понравилось воспевание. И я быстро стал начал подпевать. Вот. И потом лекция просто читался, стих из Бхагавадгиты не какая-то счастливая семейная жизнь там или и прочие там роли, которые сейчас удобно рассказывать, а именно готовый стих на санскрите звучал, пословный перевод, и вот мы, представьте, новые люди, мы повторяли, то есть ядха, весь зал отвечает, ядха и так далее, да, то есть все классическая лекция была. И вот, пожалуйста, я... А потом среди других там преданных, вот, ну, самый известный на, на это на слуху Мадан Махан, вот он из того же университета, просто на другом факультете учился. Вот, и многие другие преданные. Вот мы, как сказать, продукты вот такой прямой проповеди, где звучала шастра. Человек, лектор, Иногда это были приезжие проповедники, иногда даже Махараджи. Помню, Гапал Кришна Махарадж приезжал, помню, другие тоже, про Махараджи. Махарадж. иногда просто за отсутствием таковых лекции давали местные старшие предные. И все в таком же формате. То есть э, зачитывалось из книги Шилапрапады стих, вот, перевод, комментарий и подробно своими словами раскрывался значение именно этого стиха объясняя уместность того, что это вечное знание не просто осталось далеко в прошлом, пять тысяч лет назад, оно и сейчас живо, и более того, уместно и применимо для нас по сей день. И, как говорят христиане, и ныне, и присно, и во веки веков. Да? И в прошлом, и в настоящем, и в будущем это знание всегда будет уместно для всех обусловленных живых существ. Вот в этом искусство проповеди, чтобы представить духовное знание таким образом, чтобы люди и оценили его одновременную и авторитетность, и при этом практическая применяемость этого знания. Это очень впечатляет. Я помню, был очень сильно поражен, будучи студентом всего лишь второго курса физического факультета. Мне это очень вдохновляло очень, потому что ум уже заточен на то, что в рамках университета ты слушаешь авторитетные вещи из учебников, из классических там, христоматий, определенных там, наук. То есть у тебя уже настроенность на то, что ты должен обратиться к источникам, к вот этим великим авторитетам ученым прошлого. И здесь то же самое, ничего нового. Вот. Просто дается недостающее звено, именно духовная составляющая жизни. Было очень замечательный опыт. Давайте послушаем Шварупаду. Дальше, как он то же самое говорит и другим своим ученикам. Еще одна цитата на экран. В письме Соцарупи и Хриденанде которые активно проповедовали студентам по университетам. Шлопадов в письме, отправленном из Бомбея 9 января 1973 года, пишет, мы не будем представлять сознание Кришны только лишь как что-то сухое или как некий набор правил и предписаний. Обратите внимание, это как раз то же самое, что говорил я до этого, что когда нас спрашивают, что такое сознание Кришны, мы сходу не начинаем объяснять людям, что нам нельзя. Да, каким четырем <свят> регулирующим принципам мы следуем. Это такая скукотень для материального сознания будет, что это вряд ли кто привлечется. Шилпада говорит, мы не будем представлять сознание Кришны только лишь как что-то сухое, как некий набор правил и предписаний. Нет, продолжает он, сознание Кришны – это также и высшая философия, высшее знание, которое можно получить в процессе образования». Поэтому старайтесь ставить упор на то, что мы предлагаем им научное понимание всего таким, как оно есть на самом деле, в отличие от временного, неудовлетворяющего и неполного понимания. Старайтесь представить все очень логично и всегда цитируйте наших авторитетов на санскрите, для подтверждения основных моментов. Обратите внимание, на санскрите всегда цитируйте. Это означает, что должна прозвучать шлока на санскрите, и, соответственно, перевод и, естественно, объяснение, к чему это все прозвучало. Вот такая должна быть проповедь. И Шлопада говорит: это очень их сильно впечатлит. Вот. Шолопада дает нам прямой а, рецепт, как, что такое на, по-настоящему эффективная проповедь. Та проповедь, которая действительно проникнет глубоко в сердце человека и вызовет у него глубокое восхищение, это очень впечатлит человека. Шилопропата не у него нету, знаете, такое, так сказать, как сказать, таких коммерческих секретов, вот он такой успешный проповедник и ни с кем не делится своим успехом. Он прямо, вот, пожалуйста. Вот э, то, что вам нужно сделать, и это то, что сам Шилпропада делал, как мы э, до этого сказали, и э, это очень впечатлит любого человека, по крайней мере, э, способного потенциально имеющий потенциал оценить вот эту духовную философию. Бывает, конечно, к великому сожалению, сейчас, особенно сейчас э, в Кальюгу, что люди иногда бывают даже подобны животным. И им только примитивные вещи про выпить, заняться сексом или там кого-то обмануть, с кем-то подраться. Вот, или какую-то примитивную хохму ниже пояса. Да, что -то. Вот это они ценят. Но Ашил Пропада в первую очередь хотел, чтобы привлекались самые разумные люди. Потому что именно самые разумные, у кого сумия да, вот именно самые разумные люди привлекаются сознанием Кришны. Об этом говорится в 12-й песне Шимад Бхагавата. Сумедасага, слово звучит, что воспевать святые имена, совместное воспевание святых имен, киртан, киртанадева кришнася, Муктасанга Парамраджат Воспевать могут э, в кальюгу. Этот метод предназначен для кальюгу и сан Ягей санкирта яджанти яджантихи сумедасага. Хи значит особенно, только даже хи вот эта частица. Вот сумедаса очень разумные люди. И шилврупады не просто так предлагают студентов или э, каких-то там вот. При он им предлагает именно их, потому что это действительно вот из всего вот этого разнообразия все, кто осквернен материально, по крайней мере, они имеют больший потенциал. Конечно, мы проповедуем всем. это не означает, что теперь только на студентов набрасываемся так вот условно говоря. но это к чему все я говорю. это чтобы показать, что обычно, мы подсознательно можем бояться именно вот таких вот материально образованных людей. Что когда мы им объясняем что-то, мы немножко робость испытываем, что они больше нам могут трудности составить, начиная больше возражать, больше спорить с нами и так далее. Есть такая робость чисто психологически. Так вот Шилпапада говорит, что именно чтобы их завоевать, или, по крайней мере, как минимум впечатлить, чтобы они действительно, пусть даже они не поменяют свои взгляды. Иногда это бывает, что не с первого раза. Некоторые преданные, вспоминая то, как они пришли в сознание Кришны, они вспоминают, что, допустим, не с первого раза они были убеждены. Но с первого раза они точно были впечатлены глубиной философии. Вот это абсолютно все искренние люди точно с таким впечатлением уходят. И надо отдать объективным отметить, что скольки, скольким людям шилпопада проповедовал, сколько много существует записей вот этих бесед, да, которые устраивали для шилопрупады его ученики с разными знаменитостями, там представителями, каких-то конфессий, просто философами, просто известными личностями. Вот. Но это не факт, что прям все побросали все и стали преданными. Вовсе не так. Но абсолютно все остались очень впечатлены и личностью Шилбропады, и тем более глубиной философии. Вот. Это абсолютно так. Поэтому мы не привязаны к результатам. Мы понимаем, что в конце концов это взаимоотношение живого существа и Кришны. Вот это уже пусть они разбираются. Но наше служение Кришне, как Кришне читание, Господа читание Мабарупу, который устроил, как говорится, заварил кашу, <laughs> устроил вот это Санкирта на Яге. И он попросил всех его последователей, не просто попросил, дал приказ. Амара Агиай Гуру, Хаятара Эйдеша. По моему приказу стань гуру. Он всем нам дал приказ. Мы все связаны с этим приказом, мы должны проповедовать. А результат от нас уж не зависит. Кто-то впечатлится и попросит нам, расскажи нам больше, я хочу у тебя книги купить, где с вами можно встретиться. И мы, это действительно очень вдохновляет. Прямо на целый день, а то и на несколько дней хорошее впечатление. Летаешь прямо, как замечательно. Кришна послал искреннего человека. А иногда бывает спорщик попадается, но ну, что делать? Кришна предупреждает в третьей главе Бхагавадгиты. Кармани вади карасте, мабхалешу кадачана. Вот. А у тебя, твой адхикар, то что на что ты имеешь право, это а, выполнять свою предписанную обязанность. Кармани вади вот. Наша предписанная обязанность, то что для нас предписал Господь читание Аправу, проповедовать, передавая послание. А, я тарикага Кришну упадеша. Передавая Кришну упадешу всем, кого мы видим. Вот это наша предписанная Господом обязанность. Это даже не обязанность, связанная с телом, вот э, в мужском теле. Вот это можно, а вот это нельзя. В женском теле вот это можно, а вот это нельзя. И в такой-то варме такие права, такие обязанности, а в другой варне совсем по-другому. Нет, это уже взаимоотношения Дживы и Верховного Господа. Это наша вечная духовная обязанность, по крайней мере, сейчас. Мы, как сказать, прилепились <laughs> к движению Господа Читания Махапрабху. Так вот, назвался Груздем, полезай в кузов. Вот. Это мы должны делать. И Мабхалешу Кадачана. Но плоды не принадлежат тебе, Кришна сразу говорит. А это что это означает? Это означает, что кто-то а, может так вдохновиться, что станет преданным. И для такого человека мы станем вартма продаршика гуру. То есть преданный, который впервые познакомил этого человека с преданным служением. Это очень, здорово. это очень здорово. Но иногда мы встретим человека, который просто останется, сохранит хорошее впечатление, уважение, но пока что будет еще не готов к тому, чтобы полностью отказаться и стать вредным. Но он всю жизнь пронесет себе вот это вежливое, глубокое уважение к вот этому посланию. Ну, пока еще предпочтет держаться за свои привычки. А есть люди, которые, ну, редкие, да, которые вообще демоны отругают нас, или полицию вызовут, или какую-нибудь гадость сделают. халешу Кадачина. Результаты нам не принадлежат. Вот, мы обязаны выполнять просто то, что а, мы должны делать. И вот этими просто усилиями, не думая о результатах, а, мы удовлетворяем Кришну. Конечно, а, с опытом мы уже научимся а, смотреть, выбирать а, варианты, которые могут улучшить еще больше да, а, раз, а, охват. Умов. поэтому чтопадыниц не, не чурался выступать на радио на телевидении понимая что а, в своей коморке маленькой он охватит там горстку хиппи а сейчас у него есть возможность поговорить с миллионами ну с тысячами по крайней мере людьми которые слушают то есть естественно от таких возможностей не отказываются а книги поэтому потому что это охватывает а, этим посланием тех людей до которых он лично никогда не встретится но через вот эту сангу, которую он дает через книги, эти люди получат эти знания. Вот. Поэтому опытный проповедник действительно может найти вот эти новые методы, но он никогда не меняет послание. Вот это важно. Вот то, что сейчас выдается под видом вот этой косвенной проповеди, это по сути дела, Люди уже часто начинают менять и само послание расставляют другие акценты. И так, что уже человек даже не совсем понимает, а при, при чем здесь духовная жизнь. Просто какие-то моральные наставления. Но это, давайте пока не будем про это говорить, это целую лекцию на это можно дать, а то и целый семинар. Больная тема. Но я, то, что я хотел сказать, что ги, а, вот эта вот фраза, это очень сильно впечатлить их. Впечатлить никого бы там, знаете, вот просто простодушного Васю, а вот этих утонченных, поднаторевших, очень разумных молодых людей, которые, если что, готовы даже поспорить. Вот. И ничего страшного. Шолпопад дал нам замечательный рецепт, как проповедовать таким людям, а именно. Ставить упор на то, что это не какое-то догмы, запретов, да, а ставить упор на то, что это научное понимание. Научное понимание ⁇ это означает 2 плюс 2 4 на любом языке, независимо от того, где мы там, в России, в Германии или где-нибудь в Африке. Это наука, как арифметика, 2 плюс 2 всегда 4. Также и вот эти философские принципы всегда едины. То есть ставим упор на то, что это научное понимание того, как все есть на самом деле. И а, при этом, как отмечает Шалрупада, представляя все это очень логично и обязательно цитируя а, и, а, первоисточники на санскрите, чтобы подтверждать вот эти ключевые философские моменты. Это обязательная необходимость. И Шиллапада говорит, это очень сильно впечатлит их. Вот представьте себе. Во-первых, они нас представляют, первоначальное представление, что мы фанатики, зацикленные, зашоренные на какой-то своей узколобой религии, а оказывается, это не какая-то индивидуальная религия для кого-то, это универсальные принципы, как наука, да? 2 плюс 2, 4. Плюс ко всему, мы, мы способны логически все это представить, а логически нам получится это делать, если мы готовые кусочки доказательств используем из того, как это делает Шалгрупада. Используя те же самые аналогии, те же самые доводы и объяснения, которые он иногда даже многократно приводил. Для этого просто нужно слушать Шалгрупада и внимательно читать его книги. И внимательно слушать его лекции. Все. И у нас это будет обязательно сохраняться в сознании. Всегда на... у людей, понимаете, Материальный мир – это скучное место. Я объясню, почему. Потому что здесь проблемы те же самые, а сомнения возникают те же самые, привязанности возникают те же самые. Поэтому и лекарства, и рецепты, как лечить все вот эти виды ментальных болезней, не побоюсь сказать, рецепты и лекарства те же самые. И в данном случае будут возникать все те же самые доводы, все те же самые якобы контраргументы, которые на самом деле просто вздор и чушь. Но эту чушь произносили, знаете, со времен царя Гороха, говоря русским языком. Это такой же чушь звучала и от вот этих первых вздорных хиппи, которые пытались спорить с Шашилой вот. И далее вот на всех этих выступлениях, лекциях и беседах та же самая чушь иногда звучала. Если мы все это внимательно слушаем, как отвечает ачарья, мы получаем готовый, разложенный, хорошо смазанный, удобно в использовании арсенал вооружения, как со всем этим бороться. Нам просто нужно внимательно изучать наследие Шиврупады. Понимаете? Нам просто в руки шелпада дает готовые оружие. Бери, целься, стреляй, если так прямо сказать. Просто нужно брать, э, внимательно изучать его наследие и смотреть, как на различные э, якобы возражения, которые на самом деле есть порождение вздорного ума, шелупопады взвешенно, при этом авторитетно, логично и всякий раз цитируя, при этом нужно запоминать, ага, на какой аргумент, что, какую цитату он приводит. Дай-ка я еще изучу вот этот стих. Вот это означает а, КМБ, курс молодого бойца. Вот так вот готовят а, настоящих воинов санкиртаны. Вот. Пусть даже мы и не видим себя какими-то а, проповедниками выступающими перед залами с сотнями а то и тысячами людей, но простите, проповедь это не только проповедь вот этим дремучим материалистам. Для нас чаще всего проповедь это проповедь преданным, и даже, ну, к сожалению, даже и у преданных могут оставаться вот эти кусочки всякого вздора, которые они, если не исправленные, они могут оставаться годами в их сознании, и это нужно обязательно исправлять. И преданные, которые видят такое представление о Кришны, вот так как объясняет Шалрупада, да, научно, логически да, и всегда подтверждаемое цитатами, цитатами на санскрите, да, которые подтверждают вот эти моменты, преданных очень э, впечатлит. Это, на самом деле преданные это даже более благодарная аудитория. Потому что вот эти э, люди еще пока материалисты, полные дремучие новички, они еще такие, знаете, часто циники бывают, дерзкие, бескультурные, могут перебить, могут спорить начать. А преданные – это уже, знаете, отшлифованные драгоценные камушки, которым нужно чуть получше форму придать. Вот. И это самая благодарная аудитория. Почему? Об этом говорит Кришна в конце «Бхагавадгиты». Я и дам парамам Гухям, мат Бхагте Швабида Сети, Бхакти мая Парамкритва, мам мамы ваш сам шеяха. Начатасман Манушишу, Кашчин ме прия Критта Маха, Бхавита там а от приятару Он объясняет, что это знание, тот, кто раскрывает вот это знание, вот это значит то, что вот это же самый конец Бхагаватгиты, то, что вот все 18 глав, о чем говорил Кришна, тот является самым дорогим для меня слугой. И нет в этом мире никого более дороже и никогда не будет. Ну, разве это не вдохновляющая перспектива стать дорогим слугой Кришны? Просто, если мы будем повторять и не умничать, не умничать, повторять то, что дает нам Ачарь и предшествующая ачаря, Постараться разобраться глубоко понять вот, определенные философские моменты, связанные а, с определенными частями понимания нашей философии, того, как правильно применять, применять это знание, и помочь разобраться в этом другим преданным. Мад Бхактешва Бидасети, говорит Кришна, тот, кто объясняет это моим преданным, моим бхактам. Вот. И Кришна заявляет, что такой, тот, кто это делает, это является самым дорогим слугой. Это очень заманчивая перспектива, ну, лично для меня, по крайней мере. Просто, естественно, преданных это куда меньше. Вот. И это не обязывает нас искать толпы, снимать целые залы и заполнять эти залы вот этими людьми. Их может быть много, может быть горстка. Вот нас сейчас, допустим, не так много. Но мы очень хотим разобраться. Мы очень хотим а, улучшить свою духовное, а, духовную жизнь, мы очень хотим прогрессировать. Мы действительно хотим Кришне. Мы уже устали от этого материального существования. Мы хотим Кришне, и мы хотим помочь другим преданным прийти к Кришне. Вот. И Кришна это очень ценит. Он прямо высказывает свое мнение. Такие люди, такие преданные, самые дорогие для меня. Поэтому, понимаете, нам дали огромное драгоценность, огромную возможность, все, что нам требуется, это просто захотеть это делать, согласиться это делать и не умничать. Не умничать, это означает не, не добавлять свои собственные измышлизмы. Гьяне наманта дживанти санму каритам Это тот стих, который звучит, который произнес Господь Брама в десятой песне Шимад Бхагавата. И этот же стих процитировал Роман Андарай в ответе Господу Читане, что же является совершенством жизни. И до этого Роман цитировал разные стихи, но Господь Читане говорил, нет, нет, скажи мне что-то большее, чем это. И как только прозвучал вот этот стих, Гиане праясам Удапася на Мантеева Дживантесанму Каритамба Вадиявартам. Тот преданный, который оставил все попытки, усилия измышлять, да? пытаться как-то сам, самому понять, свои собственные комментарии давать. Гиане праясам Удапася. Вот это праяса усилия, основанное на вот этой гиане, вот самому чего-то выдумывать. Удапася, все это «откину», откидывается. Вот это самое первое необходимое свойство. И взять готовое, готовое знание, которое уже звучит из уст э, великих ачарев. Дживанти сан мукаритам бавадия вартам. Станеси так, что тига там тануван манубер, е праешо джита джито пьяси тай стрелоки. Но вместо этого э, служить э, телом, умом, да? и речью, а, служить и слушать послания, которые сходят из твоих уст, то есть это Господь Брама возносит молитвы Кришне, и из уст твоих чистых преданных. Вот. И такому человеку достаточно оставаться в своем собственном положении. Не обязательно, вот я, предположим, домохозяйка, ну все, теперь вот, чтобы стать дорогим Кришной, мне нужно стать проповедницей, бросить семью, бросить родственников и, так сказать, податься в проповеднице. Нет. Стханестхита. Стханестхита оставаясь в том положении, в котором ты сейчас находишься. Но просто направить свой слух и также способность воспроизводить эти послания. Да? А, получает из трансцендентного источника от самого Кришны и от его представителей, чистых преданных Господа, то какой результат от этого? Вот самое главное, Е джита джитоп я ситай-стрелокем. Тогда для такого преданного, говорит Господь Брама, ты о Ачьюта, простите, о Аджита. Аджита значит непобедимый. Ты, Аджита, становишься побежденным. Такой преданный тебя побеждает таким вот своим отношением, что он не спекулирует, не выдумывает, но а, обращает свой слух к трансцендентным посланиям, которые ты рассказываешь о Кришне и которые тебе рассказывают о а, великие преданные. Вот. Поэтому стать проповедником, особенно проповедником для преданных, очень просто. Нужно просто а, стараться без измышлизмов изучать послания а, Кришны, Бхагавадгиты, послания предыдущих ачарьев, которые объясняют Бхагавадгиту, Бхагавад, в первую очередь для нас это Шилуправупада. И не допуская желания пустить это себе на пользу, да, как-то приспособить это знание под себя, под свои нужды, но объяснить таковым, как им есть, оставляя его это знание как объект, под который я должен равняться а не «оно должно под меня подстраиваться». Если я, значит, чему-то не следую, значит, я должен измениться и излагать это знание другим искренним преданным. Вот. И еще одна цитата. Шалврупада пишет Пушта Кришне в письме, которую он отправил из Хайдарабада, 23 марта 1973 года. Еще давно я говорил, что мы стараемся делать из людей по всему миру браманов. Из людей, да, он говорит, мы хотим сделать браманов. Мы можем предложить разумному человеку возможность научиться высшему духовному знанию и обучить его самому стать проповедником. Обратите внимание, Шалупапада не просто хотел, чтобы люди жили чистой жизнью брамана. Он хотел, чтобы они еще стали проповедовать. Вот такие далеко идущие планы были у Шилкрупады. Не просто сделать людей благочестивыми, но которые помалкивают и занимаются духовной жизнью чисто для себя. Нет, мы еще хотим, чтобы мы хотим их научить, чтобы они тоже стали проповедниками. И чтобы, соответственно, проповедь становилась более охватывающей, более концентрированной, более многочисленной. Шилпавада продолжает: это весьма заманчивое предложение, так что можешь так и проповедовать, путешествуя с группой Санкиртаны. Цитируй важные шлоки из наших книг, и тогда, куда бы ты ни отправлялся, к тебе будут относиться с уважением, и ты сможешь набирать в ряды новых крепких преданных и для того, чтобы предвигать это движение для того, чтобы продвигать это движение. Так что, пожалуйста, продолжай свою программу. Вот. Шалупропада, у него были четкие ясные планы. Он хотел проповедовать, хотел, чтобы его последователи проповедовали, и хотел, чтобы количество проповедников увеличивалось. А за счет чего они будут увеличиваться? Чтобы вот эти люди, которые впечатлятся чистой проповедью, которые относятся с уважением к такому представлению нашего знания, чтобы они вступали в ряды новых, утвердившихся в сознании Кришна преданных, чтобы они также, в свою очередь, уже продолжали продвигать это движение. Вот такое желание было и Шулупапады. Поэтому проповедуем мы сами новым людям, это хорошо, но если мы не проповедуем новым людям, мы продолжаем проповедовать уже существующим преданным, потому что это грустная реальность материального мира, что если бывает, что... Привлекшийся сознанием Кришны, человек вдруг по каким-то причинам начинает отвлекаться, его может опять утянуть назад в материальную энергию. Поэтому преданным проповедь нужда, нужна как никому. Понимаете? Это, конечно, хорошо, если такой образный пример привести. Да? Всем нравится заниматься сексом, зачинать детей. Ну, когда ребенок появляется, все столько писков, визгов, ну, в смысле, вот, восторга. Да, ребенок, поздравляю, ну, подарки там и так далее, распашонки, там, всякие там, полезности дарят, это ну, целый праздник ребенок родился. Это, это, несомненно, это очень здорово, когда еще одна личность появляется в семье. Но куда более серьезно, это дать этой личности правильное образование и воспитание. И если мы занимаемся исключительно только тем, что. В кавычках, да, сохраняя эту аналогию, мы зачинаем детей, то есть проповедуем только новым людям и подтягиваем их, вроде как сказать, сознание Кришны, и все, больше в них не вкладываемся, но воспитанием и образованием не занимаемся, и они ходят, образно говоря, как беспризорники, которые не воспитаны кто такие беспризорники вот в 20-е годы прошлого столетия, это был целый день детский бандитизм, преступность детская была очень высокая. И все потому, что беспризорными были дети. Они были невоспитанными, не занятыми, не и так далее. И вот если подобное что-то происходит с преданными, которых, образно говоря, вот эти кочующие проповедники зачинают, люди вроде становятся преданными, но ими никто не заботится, это очень плохо. И на самом деле, вот если возвращаясь назад к этой аналогии, если такого ребенка бросили, если уже саму аналогию рассматривать, но он оказался а, в, в доме малютки, в интернате, то это да, материалисты даже ценят, ну, от отдают должное а, вот этим Воспитателям, ученикам, учителям, которые приняли на себя вот этот груз ответственности, которая вообще-то должна была лежать на плечах вот этих горе-родителей. Вот. Поэтому, если вдруг что-то такое произошло, и это может произошло не обязательно из злого умысла, иногда просто проповедников не хватает. В идеале, это должно быть в каждой общине, физически существующей, должны быть какой-то проповедник, квалифицированный браман, хорошо знающий шастры, который может систематически давать духовное образование членам общины, вот, объясняя философии, изложенные в Бхагавадгите, в Шимад Багават, постепенно поднимая уровень их философского понимания на нужный уровень. Иногда бывает, ну нету. Вот я помню, по крайней мере, в начале 90-х, вот, что не ядра, то просто сборище неофитов гикающих было, знаете, коништы, которые там э, дров ломать умели ого-го как. Вот, потому что все, все, все рвались заниматься лучшим служением, шли проупаде, все ломились распоснять книги, и столько всего начудили там. Вот, то есть нужно самих преданных воспитывать. Поэтому иногда просто за неимением таковых квалифицированных проповедников, квалифицированных преподавателей, таких духовных педагогов, да, настоящих браманов, просто не было. Это не обязательно злой умысел был. Вот я, конечно, привел пример про вот дом малютки, как брошенные дети, но не обязательно именно из-за злого умысла. Да. Но как бы там ни было, мы те, которые Ценим, по-настоящему ценим тот дар, который дал нам Шалапрападу в форме своих книг. А если мы по-настоящему благодарны Шалипрападе за то, что Он нам дал, как это по-настоящему изменило нашу жизнь, и изменило это нашу жизнь, в том числе через каких-то преданных в нашем, самом начале, на первых наших шагах в сознании Кришны, это были какие-то конкретные живые преданные, которые нам помогли которые нам объяснили, которые нас поддержали, дали правильное объяснение философии сознания Кришны, научили чему-то. Сейчас это то же самое должны и мы делать. И как мы это должны делать, здесь объясняется. Не, как сказать, не притягивать на себя, как на самодостаточного источника духовного знания, стать таким местным царьком, местным очарей, местного пошиба. Нет, мы всегда Ссылаемся на шастру. Тем самым внешне и естественным образом внутренне снова и снова напоминаю себе и другим, что не, явля... не я являюсь эдаким самодостаточным источником знания, а таковым является шастра. Я лишь являюсь его смиренным слугой и поэтому передаю шастру в таком же изначальном состоянии в котором я ее получил вот как как говорится за что купил зато и продаю и умничать я не имею права Гне проясим муудапаия мне Шматбагова там запрещает измышлять я обязан передавать это чисто и тогда это даст мне шанс завоевать непобедимого господа Анджиту, Харе Кришна давайте здесь закончим если какие-то вопросы, комментарии или дополнения. Если вопросов нет, это тоже хорошо, я не возражаю. Это означает, что э, цитаты Шилапропады как э, очень убедительно и все четко и ясно объяснили. И нам стоит нужно просто уже это делать. Это тоже хорошо. Бывает, что нет вопросов. Но ну, если есть, я готов ответить. А, Тадит Кришна, право, пожалуйста. Ваша рука поднята. Задавайте вопрос. Тадид Кришна, мои поклоны, все ваши поклоны. Спасибо большое за дискурс. Ну, я хотел бы вас спросить, например, если опираться больше на сегодняшнюю лекцию, больше вы делали упор на гиану, Каким образом мы проявляем в нашей проповеди Бхакти? Что вы называете Гьяной и что вы называете Бхакти? Давайте сначала с терминологией выясним. Ну, например... Например, постоянно упор на шастры. Это, это не гиана. Это не делает человека еще авторитетным. Нет, это делает человека делает... авторитетным. Кто вам такое сказал? Шалапапада, в частности, приводит пример. Если ребенок, и вы узнаете эту аналогию, я вам пересказываю. Если ребенок обращается к отцу и спрашивает, отец, что это такое? И отец ему отвечает, мой дорогой сын, это микрофон. И далее этот ребенок говорит своим друзьям: это микрофон. И Шолпада проясняет: то знание, которое получил этот ребенок и которое он передает в свою очередь своим друзьям, является авторитетным знанием. Это правильное знание, понимаете? То есть существует проповедь на, на разных платформах. Существует проповедь для, на платформе, например, совсем для начинающих людей. Тогда им объясняется, там, что этот материальный мир, он никакой, что все должны вернуться домой к Богу и так далее. Но существует еще э, другая платформа. Платформа чистого преданного служения. По дороге к ней, например, на, на каком-то этапе человек должен проявить свою личность. Он должен увидеть волшебство этого мира. Откуда вот. вы все это берете? Вы можете сразу ссылаться? Я вам, я, я вам все обосную. А, не, не, не Может, его... по цитату. По крайней мере, знаете, вот Шлупада есть, вот в такой-то части Бхагавадгиты про это говорит. Сейчас... Просто вы мне не даете сказать? А, ну да, я вот жду... Пятая цитату. глава Бхагавадгиты Бхагавад описывает человека, который еще не находится в личных отношениях с Кришной. Там есть сознание кришны в комментариях про Пупаду. но в пятой главе описывается например осознавшаяся личность он уже поклоняется вишну личных отношений еще нет он успокаивается ну, конец, 14, конец 14 главы конец 14 главы говорится что что кто-то постигает браман это тоже еще безличностная платформа но там уже находится определенное счастье и также еще например третья глава там говорится что обязательно должен раскрыть свою личность где в каком стихе Можно раскрыть свою личность во всех стихах не ну, например, там разные говорит, стихи про разные говорят вы конкретные хотя бы Аджуна, парочку стихов. говорит много раз пытается уйти от э, исполнения своего долга. И ну, Кришна стих говорит, вы приведете? Да, вы пока своими словами говорите, вы стих приведите. Да, да, послушайте, пожалуйста. Я слушаю, но стиха не слышу. Много, Арджуна много, много раз пытается уйти от, от того, чтобы сражаться. И Кришна ему раз за разом говорит, что у тебя есть твоя природа, ты обязан действовать в этой природе. И также Шива Прабхупада, например, ну если вы прям, вот, прямо хотите. Именно да, прямо хочу, да. Прямо хотите, возьмите. Да. 14, глава, 14 глава, 26 стих. Так, открываем. Здесь чего Прабхупада Говорит, что therefore the individuality of two persons is present in the supreme personality of Godhead. То есть две личности в отношениях всегда присутствуют две личности. То есть пока вы не проявите свою личность, вы не можете вступить в отношения с Богом. Это конец комментария. И далее, далее он говорит, тот, кто не находится на одной, то же самое трансцендентном положении с Господом, не может ему служить. То есть человек, он в какой-то момент. Подождите, подождите, да. вы знаете обо всем говорите, давайте уже конкретно. Вот мне дали конкретную э, комментарий. Конкретная ее часть. Конец. И давайте посмотрим сюда. Вы как-то вот начинаете по кусочкам скидывать отовсюду. И говорите в общей, и поэтому, поэтому получается неконкретно. Это не тот метод, который э, демонстрировал Шелупропада. Он говорил предметно и всякий раз цитировал. Про это я, я и пытаюсь предметно. говорить. Вот я вы очень говорите и, по, и про третью, и про четырнадцатую, и про пятую главу. Только вот, знаете, вот про четырнадцатую точно указали. Давайте говорить предметно, следовать тому же а, процессу, который а, озвучил сам Шилбрупада. цитировать. Вот давайте, вот вы мне цитируете. А, Какая часть из комментариев Шилбрупада вызывает у вас такие вот мысли, которые вы сейчас объясняете? Какие что, мысли? Мысли, я, которые, я вам... что мысли. есть проповедь Гьяны, а есть проповедь Бхакти. Вот давайте, приведите такую цитату. Да, например, как бы давайте... Если, если я скажу что-то не так, вы меня поправьте, хорошо? Ну, вы только, пожалуйста, цитируйте, а не просто вот я скажу. Нет, если я что-то скажу, по сути, неправильно, вы мне просто поправьте. Нет, так не пойдет. Я прошу, чтобы вы процитировали. Но не вы уводите, меня... пожалуйста, в свою сторону, когда я буду что-то говорить. Мне интересно мнение Ачария, а не ваше мнение. При всем уважении тогда, к вам. Тогда, тогда может быть, мы с, вами, с вами не получится пообщаться я с удовольствием хотел бы разобрать утверждение Ачарьи, самого Шилгруппады, либо, предположим, вас привлекло комментарии Балады в виде Бушины, Вишонаты Чакраварти, на которые ссылается Шилгруппада. Мы можем разобрать какое-то конкретное утверждение и обсудить, как это правильно понять. Но если вам интересно, чтобы послушали ваше мнение, то, ну, простите, у меня есть мнение о чаре. Я лучше его послушаю. А, потому что о чаре на той чаре, чтобы его слушать, а не просто вот ну, наше ну, мнение. Ну, у меня может быть свое нужно. мнение. Ну, вот. Например, если я вам что-то сейчас скажу, вы можете отрефлексировать и сказать, имеет ли это смысл или нет. Или я не имею права сказать ничего. Не причем, не здесь я, причем здесь я? Вы Мы хотите сами. дать свое мнение? И проверить мое мнение на ваше мнение. Нет, не... Ваше мнение, не мое мнение, никому не Нет, Нам интересно. Нам интересно мнение Шастры и мнение Ачарьи. Я сейчас а... не говорю про мнение, я говорю про вас и меня, что мы можем пообщаться. И я например, могу что-то сказать, а вы можете сказать, ошибочно это или правильно я указываю на то, что формат нашего общения, от которого я ни в коем случае не отказываюсь, я буду очень рад вообще пообщаться, но формат нашего общения должен основываться на шастре. Это вот предмет уже, если я не ошибаюсь, шестой лекции нашего всего обсуждения. В центре должна быть шастра. Соответственно, как нас обязывает Шелупада, центром нашего обсуждения должно быть приведение цитат. Если вы готовы приводить цитаты, я буду прямо двумя руками за то, чтобы такое замечательное общение получить. Если вы хотите просто что-то рассказывать помимо, своими словами, не помимо, приводя цитаты, я, не, наверное, не буду. Помимо повторения, повторения буквального текста, есть, есть еще осмысление. Есть, Пожалуйста, найдите, где Ачарья про это говорит что нужно еще самим осмыслять, осмыслять и какие-то свои собственные мнения высказывать. Ну, Вы мне найдете утверждение шелупады, что так 9, тоже 9, нужно 9, делать? 9, Мы тогда 9, в этом ключе 9, поговорим. 9, хорошо? 9.1? Да. А именно это комментарий или сам стих? Сам стих. Давайте посмотрим. Так, и где говорится о том, что а, у Арджуны в данном случае есть право высказывать свое мнение, не цитируя шастру. Вот как это связано, Здесь я не понимаю. Кришна говорит, и дам, туте гухья таман, туте означает исключительно тебе, Хорошо. гухья таман означает сердце. Гухья – это означает... самое сокровенное переводится вообще-то. Гухья означает то, что ты получаешь через сердце. Нет, гухья ты... означает скрытое. Одно из переводов слова гухья значит, например, пещера или что-то спрятанное. Гухья – то, что не видно а не в... в невооруженном есть взгляду. Часть, есть часть процесса, которая вот, называется… Правы. Давайте, если вы даже санскрит не знаете, давайте не будем… Ну, не, не надо наделять слова теми значениями, которыми они не имеют. Ну, не надо. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, я вас побеспокоил. Нет, вы меня не беспокоите. Это очень хорошо, что вы проявляете желание разобраться. Мы должны разбираться. Но Шилпада указал процедуру, как мы должны разбираться. Спасибо большое. Ари Кришна. Хари Кришна. Это духовное знание очень обширное. И это просто неизбежный факт, что некоторые вещи нам нужно будет постараться разобраться. Во-первых, сам Кришна это уже знает, что такое обязательно произойдет, поэтому он выделил для этой роли гуру Тадвидхи пранипатена Парипрашнена Севая. Парипрашна значит задавать вопросы. Прашна значит вопрос. Парипрашнена это значит задаю вопрос, получаю ответ. Вот эта процедура. То есть человек должен прояснить для себя то, что он прочитал в ведах. Это вот ведический классический сценарий. Ученик изучает шастру, веды. Потом обращается с вопросами к гуру. Допустим, он живет вашими. Да? обращаются к нему с вопросами, либо где-то встречают, как вот такие сценарии описываются в там, как ведура встретил Майтрея Риши да, и задает ему вопросы. И потом он это практикует. Практикует для того, чтобы это знание стало реализованным, чтобы он глубоко понимал, как это применять и что это на самом деле работает, чтобы он убежденным был. Поэтому... Духовное знание очень обширно, и в частности то знание, которое помогает нам приблизиться к Кришне, Бхакти Шастра, Шастра, которая описывает именно непосредственно процесс преданного служения. Поэтому неизбежно будут вопросы, но для того, чтобы мы не стали жертвой Гианы Проясы, про которую предостерегает Господь Брама в присутствии молчаливо слушающего, значит, не возражающего и с одобрением принимающего это Кришны, в 14 главе Бхагавадгита, простите, 10 песня, 14 глава. Вот это когда Господь Брама возносит молитвы Кришны, прося его простить за то, что он украл у него мальчиков-пустушков. Просит прощения, возносит вот эти замечательные молитвы. Это одна из молитв. Вот. То есть, Геана Прояса, мы дол должны избавиться от этого, пытаться самим что-то выдумывать, вкладывать какой-то свой собственный смысл, э как нам кажется. Знание уже го готово объяснено. И даже если нам нужно дополнительное объяснение, мы не выходим за рамки уже готового э э объясненного знания. Для, для объяснения вот этой части знания мы берем э вот эту часть знания, но она в целом в том знании, которое излагает шастра и бережно передает предшествующие очари. Вы, наверное, обратили внимание, как Шилаврупада для подтверждения, предположим, шлоки 14.26 мог цитировать шлоку из Шимадбагавата. А на следующей лекции, где он цитирует шлоку, где он дает лекции по, тому, по той шлоке Шимадбагавата, он цитирует 14.26. То есть это взаимозависимое знание. Оно гармонично поддерживает друг друга. Поэтому за какую книгу мы не возьмемся, мы в конце концов а, придем к тому же самому выводу. Вот это универсальность трансцендентного знания, книг а, ведической литературы, в частности, той, которая передает нам предшествующие очарьи. Вот. Но а, у нас. Как только мы начинаем пытаться какие-то другие новые значения, которые не упоминались предшествующим очарам, поскольку наше плачевное состояние на данный момент ⁇ это, как сказать, объективная реальность, с этим ничего не попишешь. Мы обусловленные живые существа на данном моменте. Поэтому мы неизбежно будем допускать ошибки. А еще начнем другим объяснять, так впадая в иллюзию, мы можем обманывать других. Осознанно или... Да, -да, -да даже неосознанно. Результат-то все равно тот же самый, пусть даже неосознанно. Поэтому, если мы пытаемся давать объяснение шастрам сами, тем самым мы намекаем на то, что мы уже находимся на уровне освобождения. Поэтому мы свободны от этих четырех недостатков. Ну, тогда существуют объективные критерии того, что человек находится на уровне освобождения. Брама Бута Прасанатма Нашочати Накангшати Самах Сарвешу Бхутешу Мадбхактим Лабате Парам. То есть человек, вот этот уровень Брама Буты, Кришна сам описывает, он Прасанатма, он всегда исполнен счастья. Вот в любой момент ткни его, он всегда по-настоящему счастлив никогда его грустным или обиженным не найти. Он всегда удовлетворен и счастлив. Его ничего не обижают здесь материально, и никто не обижает. Никто не, не кажется ему, что кто-то посмел его э, обидеть, э, что-то не так сказать, или не согласиться, или еще что-то не так сделать. Он про саннатма. На шочате, на кангшати Он не скорбит о том, что он потерял в прошлом, и на кангшати Он не стремится что-то получить в будущем. Он не живет ни в прошлом, ни будущим, он живет в настоящем вот прямо сейчас. Сама Ксарвеша будет еще, она равно относится ко всем живым существам по-настоящему. И более того, Мат лабате парам. он с этого уровня преданного служения и начинается преданное служение, с этого уровня освобождения и начинается преданное служение. То есть, вот это квалификация того, кто имеет право начать даже думать о том, чтобы пытаться объяснять самому шастру. Вот. Сейчас на нашем обусловленном уровне мы, чтобы не пускать туман в умы, свои, в свой ум и в чужие умы, мы просто обязаны делать так, чтобы звучало чарья. Потому что только его слова способно рассеять туман невежества в нашем сознании, в сознании других людей. Поэтому мы обязаны цитировать просто ради того, чтобы не навредить, использовать готовые решения. Но если мы посмотрим на освобожденных личностей, они никогда не проявляли такую дерзость. Ну и все, дескать, я освобожден, и теперь вы мне не нужны. Да? Так поступают только Майваде имперсоналисты. Шелпада про них так говорил. Вот. Они, им нужен гуру для того, чтобы достичь какого-то уровня, а потом они просто, ну, все равно что на голову ему наступают, как на ступеньку, и, дескать, двигаются, двигаются дальше. Если посмотреть, как комментирует предшествующий Ачари, тот же Вишваната Чикарварти, он посылается, постоянно ссылается на Шридара с вами, изначального комментатора Шримад Бхагавата. Вот. Шилупада постоянно цитируют Баладеву и Дебушину, Вишанату, Чакраварти, Шейдара с вами. То есть даже если мы освобожденная личность, мы все равно ту же самую практику используем. Мы обязаны цитировать и от этого уже отталкиваться, чтобы на этой основе делать вывод. А не то, что вот, вот мне показалось, что вот это и вот это, это вместе как-то сочетаются и поэтому вот из этого и вот такой вывод следует. Кто я такой вообще, чтобы вот иметь такое мнение и какова цена моего мнения? Ладно, Кришна великодушен, он дает э, мизерную независимость каждому живому существу. Да? Мы мизерные, поэтому и независимость такая же, но все равно независимость. Он не вмешивается. Хотим в материальном мире жить, он позволяет нам. Хотим к нему стремиться, помогает прийти к нему. Вот. Но э, если у меня есть свое мнение, ладно, предположим, оно пусть у меня может быть, но с чего я решил, что своим мнением я помогу другим? Было очень много таких людей, которые возомнили себя кем-то, но а, в отношении них ушел Рупаду, бактисиданты, Сарасвати, Бактивнода Такур и всех предшествующих Ачарьих. Есть однозначное мнение, что это ну, не поможет нам как, как бы, знаете, иногда бывает, что мы читаем книги, читаем шастро, и мы чувствуем такое озарение, такое вдохновение сильное. Но нужно здесь, как сказать, следить, чтобы наше озарение продолжало существовать в тех рамках, которые обозначены для нас парампорой. Чтобы ну, слишком вот эти псевдолучи не начинали выбиваться за рамки. А то, знаете, вот есть... И э, описанный Бхактивидоном Такур 13, Апасампрадай, которые тоже вот что-то там почувствовали, что-то новшеств всяких наводили, э, вплоть до того, что прямо уж стыдно в те времена было считаться Вайшнавом. А изначально это посыл был тот же самый, тот же самый, значит, меня очень сильно вдохновляет госпочитание, воспевание Харикришна мантры, э, послание шастры, может быть, даже какое-то. Хочется им поделиться, но вот хочется еще и, как сказать, по-особому, по-своему как-то это объяснить. Вот. То есть, если мы ставим в центр объяснения не Кришну, как самого лучшего знающего шастру, а себя, что ладно, там у Кришны свое мнение, ладно, там у Ачарьи свое мнение, но мое там мнение все равно ценнее. Вы меня послушаете. Давайте не будем цитировать. Потому что если мы будем цитировать, это, по сути дела, мы в центр ставим шастру или ачарью, А если мне не, не надо цитировать, вы меня послушаете, значит, человек хочет сам быть в центре. Ему важнее, он считает себя важнее, чем Ачария, чем шастра. Поэтому требует, чтобы именно его объяснение послушали. Вот. То, ну, если кто такой Бхагаван, да, это вирьяся, балася, да, вот эти все шесть достояний Бхагавана, в частности, что он обладает всей полнотой знания. То есть ну, это можно характеризовать то, что мы пытаемся соревноваться с Богом в знании. Вот это может до такого даже дойти. Это неправильно. Вот мы на первом занятии обсуждали, что разница между, согласно 16 главе Бхагавадгиты, помните, в чем разница между сурами и асурами? Исключительно определяется по тому, как те или другие относятся к шастре. Суры бережно относятся к шастре и опираются только исключительно на нее и не выходят за рамки того, что говорит шастра. А суры они не хотят принимать, они хотят свое мнение на первом месте. Вот. И это наше, про себя я могу сказать. Вот именно поэтому я до сих пор торчу в материальном мире. Вот. Все живые существа в такой болезни заражены. И почему мы здесь до сих пор находимся? И вот эта практика сознания Кришны является действительно методом лечения. То есть нам, мы заново, образно говоря, учимся ходить, учимся то делать, другое. То есть мы учимся ну, ходить, имеется в виду существовать уже на духовной платформе, как мы на самом деле должны существовать, как слуги Кришны. А то, что это за слуга, такой, у которого свое мнение, который спорит с Кришной постоянно, который требует, чтобы с ним считались, его слушали, его объяснение трансцендентного знания. Вот таких вот нас и выпнули из духовного мира. Сейчас мы здесь находимся, если мы хотим свое мнение иметь, в своей песочнице играть. Вот. поэтому для того, чтобы быть настоящими по-настоящему квалифицированно вернуться домой назад Богу, мы должны избавиться от этой проясы от желания умничать. Вот. Это очень а, сильно укоренившаяся ну, зараза, если так прямым текстом сказать. Вот. И от этого нам нужно избавляться и всегда сверять: соответствует ли мое мнение с мнением шастры? Соответствует ли мое мнение а, с мнением предшествующих Ачарьев? В первую очередь Челтрупады. Самый близкий, самый родной для нас Ачарья, основатель Ачарья. И чтобы а, не забываться, а то иногда мы думаем, ну я все понял, я по привычке до сих пор помню, что я там прочитал. А оказывается, я же чуть-чуть помню, кусочек помню. А пустые слова мне приходится из, слова, из своего воображения добавлять. Вот. И так вот появляется потихонечку, как сказать ненужное разнообразие, которое уже выводит за пределы того, неспроста же в Упанишадах, в Катха Упанишаде приводится вот эта аналогия, что духовный путь подобен лезвию бритвы. Вот если мы хотя бы эту аналогию поймем, мы поймем, как нам необходимо строго придерживаться того, что говорится в шастрах, строго говорится о чарьями. Но ну, просто нету, как сказать, пространства для измышлизмов. Понимаете, это очень строго надо идти. Это проторенная дорога, она протоптанная дорога. Но если мы чуть-чуть отклоняемся, было много других до нас, куда более разумных людей, куда лучше знающих санскрит, куда больше книг прочитавших и изучивших. Но они до сих пор где-то там в рамках этого материального мира торчат, потому что им цене свое мнение. Никто не может соревноваться с мнением шастры, с мнением а, тех, кто представляет Кришну, ачарьев. Вот, поэтому а, просто даже из практических соображений выбирая, что просто, а что тяжело, ну проще, наверное, выбрать то, что просто взять готовое существующее решение миллионнократно проверенное идя по которому каждое живое существо которое искренне себя применяло этому процессу обязательно достигало успеха. ну зачем зачем чего-то вот новое выдумывать? это вот я больше говорю себе проповедую не принимайте это на свой счет ну если хотите конечно можете но я просто делюсь вот как я рассуждаю. Это ни в коем случае я не пытаюсь кого-то обидеть и э, так далее. Я просто делюсь тем, как э, я это понял. Вот. И как шелупада просят нас понимать. Вот этим многократными большим количеством цитат, которые вот я постарался собрать и э, для вас представляю, с точными ссылками, указаниями, где Шилупада это говорит. Можете открыть и проверить. Проверить контекст, что Шилпада именно про это говорит, и цитат огромное количество. Это указывает на то, что Шилупрападе приходилось снова, снова и снова про это говорить, потому что это сильно укоренившаяся болезнь. Гиана прояса. Усилия самому самим умничать, самим что-то давать свои собственные комментарии и измышления. Это, во-первых, нужно понять, что это, ну, не не поможет нам и изо всех сил стараться от этого избавиться. Избавиться не просто создавая, получается, вакуум. Избавились и что теперь пусто? Нет, на это место мы заполняем готовым, ценным, вечным духовным знанием. Для этого мы внимательно слушаем Шилвропаду, изучаем его книги, и еще даже лучше, когда мы слушаем лекции, которые он давал по этим же стихам. Допустим, в комментарии, в книге вот столько вот. Да, полстраницы, а Шилпада аж 40 минут лекцию дает, где можно подробно во всех деталях услышать, как он объясняет. Например, стих 7.1 Бхагавадгиты. 29 раз Шилпада лекцию давал. Вы представляете, насколько это важно? Стих 7.1. «О важности слушать Кришну». Кстати, смотрите, какая ирония. «О важности слушать именно Кришну». Именно Кришну и в каком правильном сознании слушать Кришну нужно. Принять прибежище у него да, и э, вручив себя ему, сосредоточив свой умное на него и отбросив все сомнения. Постичь Кришну можно идя путями Бхактиги. Слушайте о Кришне. 29 раз. Вот Кришна прямо говорит, слушай меня. Вот. А у нас, у жителей материального мира, нет желания слышать Кришну, нет желания слушать шастру. Хочется о своем понимании заявить. Вот. вот, это вот та болезнь, которую Кришна прекрасно знает, которую Ачария прекрасно знает. Нам нужно научиться вот по этой даже практически обозначенной методикой Шилапрапады, которая обозначает даже просто внешне всегда принципиально цитировать. Это просто дисциплинирует наше сознание дисциплинирует наш разум, что мы а, просто натаскиваем себя на то, что мы действуем в рамках шастры и не, не отклоняемся. Если нам что-то непонятно в какой-то момент, мы ищем в шастре объяснение этому моменту, а не сами заполняем пустые места какими-то своими собственными. Ну, наверное, так вот лучше всего подходит. А оказывается, что и не так. Может быть, да, кусочек мы угадали из понимания, но в целом вообще неправильно. А все почему? Потому что четыре недостатка обусловленного живого существа. Я, как обусловленное живое существо, не смогу заполнить пустые места. Мне нужно обращаться к шастре, мне нужно объясняться, обращаться к мнению очарев, слушать их. И в конечном итоге, даже если, ну, предположим, не могу найти, вот, предположим, английский язык не знаю, да, вот нет еще, предположим, на английском языке перевода комментариев Балады в виде Бушны, Вишнаты если вдруг мне вздорно решилось, что Шилапрапады мне недостаточно. Но тогда мы, Кришна говорит, она не томам, те, ты нам, йога кшема магам ягам". Те, кто полностью бесприместно да, занимается, ананья, Ничего другого, кроме меня, она не Чинтаянтума, посвящает свою жизнь, свое сознание в служении мне. Я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что им, они уже имеют. Если нам не достает понимание, Кришна лично это даст. И более того, в Четуршлоке он про это говорит. Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам. Тешам, тем, кто сатата юктанам, постоянно заняты преданным служением, баджатам прийти урокам поклоняются мне с любовью и преданностью, вот эти два условия, постоянно и с любовью. Дадами будхи йогам там. Я им даю знания, при помощи которого они могут прийти ко мне. Кришна уже из сердца даже четко, ясно объяснит. И потом он великодушно нам подскажет, где это найти. Мы просто вот оп, на, на, натыкаемся. Да вот же это объяснение. Он может быть не обязательно там сказать, таким густым чистым баритоном скажет нам в сердце, делай так. Да? А просто вот рука потянется к книге, мы откроем, бац, вот Шилопропадов в комментариях про это говорит. Или вот даже целый стих, где все это объясняется. Уже готовое знание, это просто я в невежестве, до сих пор не знаю. И вместо этого заполняю пустые места своими собственными измышлизмами. Это очень большая, большая тема для целой лекции на самом деле. Вот неспроста Шилпада по этому стиху 7.1 аж 29 раз давал лекции, что нужно слушать именно от Кришны и в каком сознании нужно слушать. Всегда оставаясь в рамках вот этого готового знания, без вот этой Гиана проясы. Извините, хотел коротко ответить, но получилось. Да, пожалуйста. Харе Кришна, прабы, спасибо вам большое за лекцию. Uh, у меня вот uh, даже больше не вопрос, а вот uh, как бы личное размышление, вот ощущение по поводу этой лекции. Вот uh, хотела бы поделиться, но, соответственно, вопрос. Uh, вот у меня сложилось такое впечатление, что uh, ну, для того, чтобы нести послание Шрилы Прабхупады другим людям, нужны, нужно прикал, прикладывать ну, просто колоссальные усилия в этой жизни. То есть Нужно выделять много времени для изучения трудов Шрилы Прабхупады. Нужно иметь сильный разум для того, чтобы понимать эту философию глубоко. И нужно иметь хорошую память для того, чтобы запоминать большое количество стихов на санскрите, также их перевод на русский язык. И ну, вот просто размышляя над всем этим, ну, вот отдаю себе отчет, что... Ну, не дал Господь таких возможностей в этой жизни, чтобы ну, вот изучать вот философию таким образом. То есть жизнь вот устроена так. Ну, я про себя лично говорю, что э, жизнь заполнена ну, повседневными обязанностями, нету времени на изучение книг, нету много времени. То есть понимаешь, что нету сильного разума для того, чтобы глубоко понимать эту философию, чтобы вот оперировать, вот когда с людьми общаешься, вот. Э, Факт такой, факт другой. Но не дал Господь памяти также, чтобы заучивать эти стихи, вот огромное количество стихов наизусть и чтобы они вот выскакивали вот так вот в беседе автоматически. И вот складывается такое немножко <coughs> пессимистическое настроение по поводу этого. Вот думаешь, ну, ну а как же тогда удовлетворить Господа Чайтанию в Его наставлении, проповедовать всем и каждому, кого встречаешь на своем пути? Вот, если вы можете как-то прокомментировать. Спасибо. Есть несколько высказываний, Шлавопады, что во-первых, он ссылался на э, свой духовный учитель такое: Если у человека есть жизнь, то он может проповедовать. Вот это минимальная квалификация. Если я жив, <с> я уже могу проповедовать. Это давайте отправная точка. Далее Шилпада приводил пример. Помните, маленькой Сарасвати, которую он пересказывал, как вот эта маленькая Сарасвати, дочь Малати и Масундры. Она подходила к какому-то человеку, сидящему на скамейке, какому-то почтенному джентльмену, и она спрашивала, а вы знаете, кто такой Кришна? Он такой, нет, Кришна – это верховная личность Бога. Все, конец проповеди. И Шелупада говорил, это проповедь. Понимаете? Это проповедь. Предположим, мы последует следующий ответ. Да, ну там для маленькой девочки великодушный дядя не стал с ней спорить. Да? Вот, но ну, предположим, нам прозвучит дальше. А как вы докажете? Ну, что можем, мы можем сказать. Мы можем сослаться на шлоку Кришна ступ Гаван своям, что именно Кришна на фоне всех остальных воплощений является именно изначальной верховной личностью Бога. Или, по крайней мере, мы можем сказать, вот у меня есть книги, пожалуйста, прочитайте. Вот, я, мне придется целую большую лекцию вам здесь объяснить, а если вы прочитаете, вы получите ответы даже больше, чем даже вы сейчас можете представить себе, какие вопросы можно задать. Вот. Ну, так или иначе, подвести человека к необходимости общаться с тем, кто тогда уже, получается, может ответить ему на вопросы. Вот. Но что можем? По крайней мере, вот эту песчинку, подобно паучку, в мост Господа Рамачандры мы обязаны нести. Понимаете? Вот это, это мы обязаны. Пусть я не Хануман, который горы ворочает, но песчинку я могу принести. И да, Господь Рама так и сказал Хануману: что для меня Его служение и Твое служение в равной степени важны. Точно так же за нашу песчинку Кришна нас оценит. А если Он нас оценит, то. Знаете, вот как маленького пятилетнего другу Махараджу, который стоял перед появившимся Господом, не знал, что ему сказать. И понимая это состояние, ребенка тот коснулся милости раковиной головы, и из него уже полилось всевозвышенные молитвы. Кришна даст нам тогда возможность. Мы не должны забывать о том, что вообще-то, ну, в конце концов, такой вот трансцендентный мистицизм тоже существует что Кришна обозначил, как он приходит, это мистицизм, если мы проявляем вот это Тешам Сатата Юктанам и второй аспект Баджатам прийти Пурвакам. То есть постоянно служим Кришне, постоянно, ну, допустим, регулярно, на регулярной основе стараемся проповедовать и делаем это с любой преданностью. Если, допустим, ну, не испытывая вот эти а ашта, вот эти восемь видов трансцендентных преобразований в теле описанных в нектаре предности но не льется слезы у меня и волосы не встают дыбом ну что делать нет моя любовь проявляется в том что я ставлю интересы кришны на первое место вот мне хочется допустим поспать подольше а вот э, Мангаларати у кришны есть 430 и ради него я встаю и кришна это очень ценит он воспринимает это и сами как проявление любви. Человеку хотелось самому насладиться, но он забросил свои наслаждения, пришел ради меня. Это проявление любви. И вот в ответ на такие проявления любви в наших усилиях Кришна дает нам трансцендентное знание. Он, это знание, как внешне мы получим, это уже не важно. И сердце четкая реализация возникнет. Либо мы это услышим на лекции, и при этом Кришна даст такое усиление что мы четко это услышим и глубоко поймем, либо мы это в книге прочитаем, либо это кто-то вот из друзей преданных нам объяснит, и мы четко поймем и схватимся за голову, Боже мой, наконец-то я это понял. Вот это демонстрация того, как Кришна отвечает взаимностью. Мы должны, ну, это банальная вещь, но мы должны доверять Кришне, верить Кришне. Он пообещал нам, что он даст нам это. Даст нам знания, при помощи которых можем прийти к нему и даже, глядишь, и другим помочь прийти к нему, <laughs> да, когда мы им проповедуем. Уже существуют формулы. Тешам сатата йоктанам. Сатата – значит постоянно. И прийти пурвакам – с любовью и преданностью. В частности, интересы Кришны на первом месте. И пусть даже мне это неудобно. Кришна это очень ценит. Он прекрасно знает, как мы сильно привязаны к материальному, но если он вдруг видит, что живое существо отбрасывает это и все-таки вкладывает в Кришну, это очень трогает его. И он да, да, э, йога кшема вагам ягам дарует то, что нам недостает. И, в частности, милость его прикоснется раковиной к нашим тупым головам. Может быть сейчас это не получится. Нам просто вот чувствуем, вот, допустим, сегодня я пойду на Санкиртуну или пойду проповедовать друзьям. Ну вот что я им скажу? Да? Примерно так мы думаем. Вот не готов сейчас, я не знаю этих шлок. Но Ачарья нам дал наставление. Дал наставление цитировать. Это предполагает, что я должен ну, откуда-то цитировать. Значит, я должен читать книги. Куча наставлений шлопады где он говорит, что необходимо читать его книги. Куча наставлений. Есть целая подборка цитат у меня, где он говорит, что нужно учить Шлоки наизусть. Просто выполняя наставление Ачарьи, ясия просада, бхагават просада. Удовлетворяя Ачарью, выполняя его наставление, мы получаем милость Кришны в форме вот этой раковины к нашим тупым головам. Понимаете? Вот просто делаем, что просят наши лапропады. И тогда вот мы сами удивимся, Боже мой, я таким тупым был, не понимал это. А сейчас, Господи, как я этого не понимал? И это обязательно придет, это гарантированно, если просто согласимся вот этой процедуре лечения следовать. Без гьяна проясы. Вот, вот как дано, вот как врач нам дал процедуру лечения и диеты, вот строго выполняя гарантированно излечение. Ладно, допустим, материально иногда бывает не излечишься, по карме там что-то бывает, вплетается, что не помогает. Но это трансцендентное, это обещает самый высший доктор Кришна. Это его правила, он их установил. Поэтому ничто не может посметь нарушить его желание. Обязательно именно так и произойдет. Он сказал, действуя так, ты достигнешь успеха. Стоит нам всего лишь постараться и продолжать действовать так. Это обязательно произойдет. Вот мы просто должны напоминать себе про это. Это обязательно будет. Ответил на ваш вопрос. Давайте тогда закончим. У нас такой долгий разговор получился, но я все-таки надеюсь полезный и благотворный. Спасибо большое за ваше внимание и за возможность э, мне самому в первую очередь очиститься и поделиться вот этим пониманием, которое у меня накопилось. Спасибо большое, дорогие преданные. Давайте до следующего раза. Впереди у нас еще замечательные цитаты включая на практические случаи жизни. Мы скоро до этого дойдем, вот, потому что нас пока вот э, гиана не удовлетворяет. Нам нужно практически все это э, применять. Мы это все услышим. Спасибо еще раз большое, дорогие преданные. Спасибо. Хорошего, всего хорошего.